Друзья, всем привет! У меня наконец-то покупка, которую я давно-давно хотел совершить, но все никак. Купил колодки на велосипед, сиденье такого вот формата. Ну и педали. И педали вот такие вот алюминиевые, потому что эти меня уже замучили. Последнее видео: еду, трещит как невменяемый, так что поменяю и будет мне счастье. Ну и сиденье, как видите сами, оно уже свое отжило. Сейчас все это дело буду менять. Сразу хочу сказать насчет цен. За педали я отдал 1100 рублями. Сиденье вышло 800. Сиденье 800. Ну и сами колодки 300 рублей. За все про все 2200 рублей. И еще спросил насчет покрышек, потому что протектор уже слабый. Сколько он сказал? 800 рублей вьетнамские. То есть вроде качество хорошее. 800 рублей одна. Вот. Мне надо будет купить две штуки. Соответственно, потому что два колеса. Тут как бы не поспоришь. Еще думаю цепь поменять, потому что рано или поздно это когда-нибудь порвется. Все, отработали. Отработали свое. Три года прослужили. Ну вот старые колодки, как видите, их уже нет, стерлись почти под ноль. Ну, тут внизу немного осталось, да с этими не сравнить с новыми. И они вроде даже больше по размеру, ну да, чуть шире. Ну все, поставил. Вроде все нормально. Переходим к передним, которые ничуть не лучше. Мне даже кажется, еще хуже стерлись, чем задние. Сиденье еле раскручиваю. Что-то болты все настолько туго затянуты, да и уже от времени все запаялось. Ну, вроде пошло дело.
называется «Прошло 2 часа», а я все никак не могу поставить сиденье. А причина вся банальная. Вот старая, вот новая. В принципе, на новом крепление у нас идет вот такого вот формата. Но проблема вся в том, что трубка по диаметру больше. Чем вот этот паз. То есть, понятно, да? Какая проблема? Я уже ее и тоньше пытаюсь сделать. Потому что если взять тоньше диаметром, то получается сюда она будет ходуном ходить. То есть я не могу понять, то ли рама такая какая-то специфическая, то ли что. Вот сейчас пытаюсь немного сделать тоньше, чтобы лезла сюда и уже укрепить. Не думал, что это все так будет сложно. В общем, ребята, беда очередная. Крепление-то надеть получилось. Вроде как. Держится все нормально. Но теперь вот другая не влазит. В общем, надо покупать трубку меньшего диаметра или что. Надо думать. Это, оказывается, проблема глобальная. Чувствую, сегодня придется на работу идти пешком. А еще обещал сегодня за фотографиями поехать. Но это уже тема совсем другого видеоролика. Ну ладно. Как говорится, продолжение следует.